Всем привет, друзья! Мы снова играем. Like Riden. When you could play. Именно так мы, друзья, закончили игру. То есть, именно ту серию. Так. Даже достижение есть. Вы только что пришли оттуда? Я сделал это. Я ищу свою сестру Софию. Вы ее не видели? Мое имя Мари. Это прекрасное имя Мари. Я Нора. Что-то я не вижу. А где ты? Что ты имеешь в виду? Я тут. Прям тут. А, иногда, когда я просыпаюсь, никто не может видеть меня весь день. Должно быть, это 11 дней. А что это за место тогда? Ты не должна быть здесь. Все, что я слышу, Нора, не ходи туда. Но очень интересно, почему вы здесь? Я думаю, мне лучше идти. Мне нужно найти Софию. Другая девушка? И она потерялась? Тогда нам нужно найти ее. Подойдите к дому и увидим, может мы ее заметим? Головоломочка. Мелкая головоломочка. Непонятно, да. Как-то так. Значит, я правильно делал. Фонари какие-то. Через сколько? Три дороги. А здесь что такое? Пицца какая-то. Шесть, 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 было 6, 6, 6. Грустно.
Что за? Поздравляю ее с поиском второй головоломки, дети. Есть три вещи, которые нуждается ребенок. Еда, в книгах и деревянном доме. Естественно, мне пришлось внести некоторые изменения в сад, когда вы переехали. Мисс Нелли была в ярости. «Это опасно», — сказала она. Я думаю, что она хотела бы тоже лазить по деревьям, но слишком упрямо, чтобы признать это. Под скриптом. Не говори ей, что я сказал это. Продолжим дальше. Так, здесь ничего нет? Нет. Так, это грифон, типа. Какой-то. А здесь можно проходить? Кошельки. Мари, ворота здесь заблокированы, но я знаю комбинацию. И вы должны решить три загадки, чтобы получить это. Найди его номера по всему саду. Посмотрим, найдешь ли ты их. Теперь первая загадка. Надеемся, вы готовы. Я могу идти далеко и быстро, но я всегда возвращаюсь. Так, подожди, давай посмотрим. Домик. Зажигаем свечки. Так, и есть одна вещь, которую я пропускаю в поместье. Это прекрасный дом, он слишком тихий. Когда я был в городе, ко мне подошел ребенок и обнял мои ноги. Это заворожило меня и заставило меня пошатнуться. Но когда он убежал, я не в ярости был. Вместо этого почувствовал немного теплоты внутри. И скажу мисс Нелли, чтобы забрать некоторые детей из города. Это будет чудесно. Я буду изумительным изобретателем. И я сделаю для них свои изобретения. По скриптам. Мне кажется, я не могу найти свой кошелек. Спросите мисс Нелли об этом. Он, пацан, тебя обворовал. Ну, любой ребенок. Воровайки городские. Так. Вроде бы так. Было вроде бы так. 3/4.
Или там 9 было. Странно. Так, ладно, поищем. Как я понял, он сказал в первом доме искать. Показался, что ключ. Well done. Хорошо, но я нашел бы его быстрее, чем вы. Можно догадаться об этом. Я показываю время, но оно показывает только днем. Где еще может быть? Здесь нету. Леша, вот это поставишь в туалет. Окей, положи. Так, что здесь? Нет, ничего. Интересно. Где эти цифры, так сказать? А, это мы вернулись, блин. Интересно, интересно. Что здесь у нас? Лев какой-то. Нету цифр. Смотри, нету. You're pretty good at this. Вы очень хорошо. Последние загадки давайте без обмана. Я сижу на холме. Я сделан из дерева. Но я не дерево. Это дом. Значит, на том месте, где тигр, или кто там нарисован. Где он? Вот он.
Вы нашли их всех. Теперь возвращайтесь к воротам и найдем твою сестру. Загадочки. Смотри, это не заняло много времени. Теперь давай войдем в дом. Я буду впереди. Так, ну коробочка. Так, и как здесь? Заводить? Так, это получается же здесь вот это. Фух, одна готова. Изи. А здесь на одном получается больше. Зачем на нож? Не пройти. They are stuck together. They're stuck together. Что делать-то? Может, доски? They are stuck together. А зачем мне нож? О. И что? Перетащить надо? Одна хватило. Марта 1985 года. Я думаю, как я оказался здесь. Проскользнул через маленький туннель. И тогда я услышал этот звук. Но, по крайней мере, я все еще здесь. И собираюсь быстро осмотреться. А затем найти путь обратно в домик. Продолжение. Я хожу настолько могу во всех направлениях. И что-то продолжает возвращать меня на это место. И я чувствую, что здесь кто-то есть.
Это был последний след, как когда-либо видел. Он должен быть каким-то образом попасть в сад. И они просто исчезли. Конечно, я скептически относилась к новому невидимому другу, но он действительно заинтересовался поиском Софии. Я мог воспользоваться ее помощью, как могу получить. Поднимаясь по лестнице, я была уверена, что это всего лишь был сон. Люди не интересуются каменными предметами в садике. Они могут показаться довольно интересными. Я нашел их в поездке в Северную Европу и заметил, что они, похоже, сияют. Я знаю, что они должны использовать энергию из магнитного поля, окружающего Землю. Я должен был отвезти их в Нижний сад, так как я увидел уже эту таинственную энергию там. Однажды ночью в саду и в башне увидел маленькие мерцающие огни и у воды, и услышал жужжащий звук. Эта муза была магнитным полем, подумал я. К сожалению, каменные части не работали, когда они прибыли сюда. Они ничего не сделали. И я был очень разочарован в них. Возможно, это работники построители что-то с ними сделали, с этими вещами, которые я знал. Что мы не должны их нанимать. Видимо, что-то сломали. Что за хрень? Откроем. Это типа путь к дому, да? Здесь более сложная головоломка. Нет. Что не могу понять. Что, миллиметраж надо считать? Мра.
Наконец-то ты там. Здесь было немного сложнее увидеть, что я подумала. Вы должны подняться на чердак. Там что-то важное. Я уверен, что вы можете найти ее там. Или я должен быть держать подальше отсюда? Давай посмотрим, что там. Ты что, боишься? Так, все закрыто, да? Так, сюда не попасть, да? То есть нам надо в дом. О, странно. Я буду через минуту. Фонарик. Что здесь есть? Я там видел знак какой-то. Ладно, знак. Сразу будем выставлять, что увидим. Ничего нету. Ничего. Рогатый, да? Закрыто. Так. Ну еще. Мы сейчас здесь офигеем же. Интересно. Так, получается, вот раз. Здесь же не смотрим. Это я был бисина. Сверху вниз же будет идти, да? Это поджечь. И это. Игрушечку. Здесь есть что-нибудь? Нет, да? Рисунок, девочка с... Да типа, наш друг привидение, она попала в свой дом или нет же?
Странно, конечно. Ничего. Ну-ка, здесь. Здесь тоже. Шестеренка. Ничего не это полезного. По-видимому, вам не разрешают усыновить детей из города. Они принадлежат кому-то другому. Ну, как я смогу найти детей, чтобы жили в моем доме? Бегать или леять за ними? Мисс Нелли сказала, что я должен найти жену. Ха, я смеюсь над этим. Единственная жена, которая... женщина, которую я когда-либо любил, была Шарлотта. Ой, Шарлотта, когда вы ушли, вы взяли часть моего сердца с собой. Хм. Любовь, любовь. На знак. Круто. Но только один нашел знак. Это да. Так. То есть двери не открылись, а именно этот открылся. Чердачок. Окей. Весы, гирьки. Так, здесь ничего у нас. Закрываем. Тоже закроем. Ничего полезного. Ой, проход, нифига себе. Как Нарния. Ничего нет. Двигаем. Задвинули его нормально. Здесь что-то есть? Нет. Что ищем, непонятно. Сейчас сходим. Здесь вообще ничего нету.
Задумано, да? Пазлище. Так. А, это все нужно будет. Карта. Один Б. Ух ты, нормально, да? Это типа. Сейчас ходим, посмотрим. Вот сюда, да, его мешается. Что там такое? Прятались? Бухлишка. Поесть, да? Ничего нет. Только вот эта вот штучка. Блин, а? Ура! Поздравляем с поиском третьей пазлы коробкой. Извините за пыль на чердаке. Я запретил все уборки здесь с тех пор, как слуги сломали одно из моих изобретений.
Здесь есть ценные вещи. Мисс Нелли называет это моим кладбищем, и она ошибается. Я особенно горжусь своим устройством для моделирования землетрясения. Мисс Нелли не разрешает мне его использовать по какой-то причине. Отлично. Третья шкатулка. Так, что, уходим дальше? Здесь головоломочка. Это вот это она? Или как? Так, я понял, это, кажись, так отображено на этом. А где пир с 1 до там, не знаю. Где первый? Какие-то символы еще у каждого. Непонятно. Угу. Правильно, из-за расчета того, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да? 6. А, Б, С, Д, Е, Ф, да? То есть вот так вот. Так, так. Вот так. Нет, смотри. Так, так. Средник, так. Да, здесь вот эти вот сумасшествия. Так, я вот должно получиться. Так. Да.
Ура. Четыре цифры, да? Хорошо, ключ у меня. Здесь закрыто. Ну, это да. Так. Открыл. Ключ. Зажигаю. Так, давайте, друзья, на этом остановимся. В следующей серии мы продолжим вместе с вами. А пока что на этом все. Вам спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии. Будь у вас... Пусть будет день очень хороший и... Либо вечер, либо ночь. Смотря когда вы смотрите это видео. Спасибо вам большое за подписки. Пока-пока.